По нулям. С 3 марта в стране стартовал прием заявок на банкротство. Согласно недавно принятому закону, казахстанцы, имеющие просроченные кредиты, могут пройти процедуры внесудебного и судебного банкротства, а также восстановления платежеспособности. Эти меры призваны снизить закредитованность населения и улучшить финансовый климат страны. Как же проходят эти процессы, какие требования предъявляются к заявителям и что их ждет после процедур банкротства, узнавала наша съемочная группа. Порядка сотни человек обратилось в Талдыкурганский ЦОН в первый день принятия заявок о списании просроченных кредитов. В конце прошлого года главой государства был подписан соответствующий закон. Он предусматривает три вида различных процедур. Это восстановление платежеспособности, судебное, а также внесудебное банкротство. Именно этот процесс является наиболее актуальным для большинства обычных граждан, погрязших в кредитах. Однако для признания банкротства и списания долгов им необходимо соответствовать определенным критериям. Долг перед банками второго уровня, микрофинансовыми организациями, коллекторскими организациями долг не должен превышать 1600 МРП. На сегодняшний день составляет 5 миллионов 520 тысяч тенге. Второй критерий – у него не должно быть имущества. И третий критерий – у него должно быть на руках урегулирование платежеспособности со своим заемщиком, то есть с банками второго уровня, с финансовыми организациями. А также у него должно быть просрочка кредита более 12 последовательных месяцев. Это обязательный критерий. Даже если у него кредиты, например, имеются в двух-трех банках, и он в двух банках или в одном банке вообще не погашает, но в одном банке у него идет погашение другого кредита, он в любом случае не подпадает. Если должник отвечает всем требованиям, он подает заявление на внесудебное банкротство. Сделать это можно непосредственно в центрах обслуживания населения, а также через портал электронного правительства и приложение ЕСАЛЫК. Ответ приходит в течение 15 дней. Это либо обоснованный отказ, либо одобрение, в случае которого сам процесс банкротства будет длиться 6 месяцев, после чего долги списываются. Однако, говорят специалисты, банкротство все же крайняя мера, ведь процедура имеет ряд последствий для финансового статуса граждан. Должник должен осознанно принять для себя решение, прежде чем пойти на эту процедуру, потому что, признав его банкротом, он уже не сможет в течение последующих 5 лет получить кредит. И в отношении него в течение 3 лет будет проводиться финансовый мониторинг. Последующее банкротство он может применить только по истечении 7 лет. И самое главное, процедуры судебного и внесудебного банкротства, а также восстановление платежеспособности – это не разовые акции. Принятый закон будет действовать постоянно, а значит, граждане с долгами могут тщательно подготовить необходимые документы и в любое время обратиться за данными услугами. Дина Буранбаева, Жасулан Шенкенджи, телеканал ЖТСУ.